Португалии, одной из беднейших стран Западной Европы, продолжают расти цены. Недавно правительство отменило НДС на самые базовые товары. В целом это 44 позиции, включая молоко, хлеб, рис, помидоры и несколько видов мяса и рыбы. Временно они не будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 6%. Однако покупатели жалуются, что этого недостаточно. Каждую неделю цены растут, все дорожает, и нам сложно получать необходимые вещи. Теперь покупаем меньше. Это такая мизерная сумма, что мы ее не почувствуем. Это не снизит цены, поскольку 6% – это смешно. В последнее время в стране увеличили субсидии для самых бедных семей. Отмена НДС будет иметь более широкое влияние на 10-миллионное население страны, где более половины работников получают менее 1000 евро в месяц. Повысьте людям зарплаты. Клиенты делают покупки, когда у них есть деньги. Если нет, они не покупают. Очень подорожали аренда жилья, транспорт. Мелкие вещи много значат. НДС – это важный шаг. Он может очень помочь. Из-за повышения цен у нас стало меньше клиентов. Теперь покупатели считают каждую копейку, поскольку их возможности сильно сократились. Я уже говорил, что нужно повысить пенсии. Они очень низкие. Пожилые сталкиваются со многими трудностями. Правительство объявило о повышении заработной платы на 1% для более чем 740 тысяч госслужащих. В феврале инфляция в Португалии немного замедлилась до 8,2% в годовом исчислении. При этом цены на необработанные продукты питания, такие как фрукты и овощи, выросли на 20%. Рост стоимости жизни уже вызвал волну протестов в Португалии и в Европе в целом.